чистейший белок. Я, конечно, не буду его есть. Зря. Да. Надо. Ну, в общем-то, у меня чай есть. У меня чай есть, я его зеленым чаем зашпариваю, он такой становится резиновенький. Ты можешь закинуть один раз, ждать, пока у тебя произойдет поклевка, и поймать самую большую рыбу, и она по весу будет больше, чем у конкурентов в зоне. Ну, тут ты занимаешь как бы первое место в зоне. А можно ловить вот такие вот маленькие рыбки и, ну, обойти даже крупные. Ну, то есть тут стратегия нужна определенная. То есть просто так, без тренировки очень сложно, но мы сегодня попробуем на самом деле. Соревнования собрали 44 участника. Значит, участники разделены на три зоны, и потом по каждой зоне будет подведен результат. Ну, из этого мы подведем общий итог. По итогу будет у нас три человека, собственно, победитель, и второе, третье место, два призера. Значит, по правилам ловля разрешена одним удилищем. Ну, в один момент можно ловить только одним удилищем. Значит, применяется специальный монтаж снасти, необходимый для того, чтобы, если произойдет обрыв в то время, когда клюнула рыба, чтобы рыба спокойно ушла без кормушки.